то мне как-то не хватает. Ой-ой-ой, ничего себе, меня пукнули. Да людей маловато. Мне еще карта есть. Не выходите из игры, обратно не войдете, пишет нам Макс. Опять. Дед, поехали, наводники. Сейчас. Сейчас только этого. Пипи попущу. Подкат. Кто-то есть, дед. Да, я знаю. Вроде не видно. Поехали на Е. Я Б беру, то что? Главная точка. Да ё-мам, не конь. Поехали куда? Ой, это. О, приехали. Давай, отстреливайся, лечу. Да ёбаный конь, сука, я же восстановил машину. Все просрали. Вот ты ж сука, бля. Вот гандонище.
Мне чего? Так как он меня заметил? А це в домі. Міни бетон. Ай-яй-яй, нихера себе пиршот. Прямо по центру. Давай на джипе. Давай заедем по кишке. Ну давай там. Да как у кишки? Что оно не рулит? Кишки. Да. Блять, да что ж такое? Да ну назад сдай, ёпта, что ты делаешь? Да не. Куда оно? Куда оно едет? А, вот. Пострял, походу. Давай на
О. Ой-ой-ой, блядь, сука. Блядь, ехали, конечно, пиздец. МБТР на С. Давай не пипи. Блять! Я что? А, это этот дом. Рейс половина. Да ёб вашу мать, блять. Подорвал я их. Суицид, но подорвал. А ё-моё, не то оружие. Да что? Сука! Видел? Да видел. Пытался под тебе помешать. Умереть. Чего там стоит? Это... А ты где вообще? Не хватило ума на них ради. Да ё-моё! Давай, прорывайся. Гранату туда, аптечку. Пулемет туда брось, пусть застрелится. За мной! Вот сука, блядь. Сука, блядь. Печенек-то дерьмо такое. Блять, ну где ты? Да сейчас заберу. Да ё-моё, блядь. Инженеров нет вообще, я так понимаю. Я вообще не могу. Зато я никого не могу. БТР приехал на Я, блядь.
Лизан, слышишь? Я сейчас под это. Привет. Здорово. Да ты до меня еще не доехал, там тебя сейчас убьют. А я уже нет. Сзади. Может, бип как оставить или его в клан? Оставить. Мы же его в клан бить. Вот, блин. Да ёбаный конь, блядь. Сука, блядь. Куда там бьёт? Сука, ну помоги. Они на дейте, блядь, толпой. А их БТР поехал на Е.
Поехал на Ану. А на Т поехал БТР. Да должны запилить. Да, все запилить. Да вроде проблема какая-то. Ну, зашел в РГВ и вышел. Он мне вообще написал, говорит, извините, как бы ваша учетная запись запущена на другом компьютере. А, это Славик тоже жаловался. Ну, это их косяк. Блин, так успешно на миномете сидел, блин, какая-то сука пришла, меня убила. Может они это, в бане атаки всех, кто Medal of Honor не предоказал. А что, тоже купил? Это себя купил, отпустил. То чинить буду. Чиню, чиню. Давай, давай. Ты на грани провала был. Чиним, чиним. Там вдвоем. А, отлично. Блять! Где тут че? Я не пойму. А я причем? Ты не за мной был? Нет. Блин, пиздец. Ты вообще на меня не пойму? Ну чтоб умереть что ли? А где ты? Ну на карту посмотри. А нас тут... Да, я там и был. Пиздец, он что не видел? Стоял там спиной. Да никто ничего не видит, что ты это? Да там стоял, из наших. Они за кутки возрождаются. Да они слепые. Не помощь. Значит, я хорошо стреляю. Да, конечно, когда у них остается 25% здоровья. Да ё-моё, это кто полез там со мной? Да. Почему проблема не у всех, это у нескольких людей? Да ладно, сервак он полупустой стоял уже, не знаю сколько времени. А сейчас? Сейчас уже начал заполняться.
Он даже вам с облаком не синхронизируется. Да, блядь. Блин, че попасть никого не могу. Даже не могу попасть. Ну, добил я это до этого. Для нашивки, для алсатовской. А нашивка? Ну, не нашивка, это... Как она называется, блядь? Не нашивка, а нашивка. Да не, забрали, блядь. А нашивка? Солдатская, а нашивка. Мочи его, мочи! Камуфляж. Сейчас я один, но... Мне... Там еще есть. Чиню, чиню. Еще, на мосту. Ой. Ой. Что-то Д опять мигает. Да, блядь. Над этом ПТР. Да блин, что это за снайпераст? Ой, бля. Ну-ка, блин, нарвался. Блин. Он горит.
А кто это у вас разговаривает? Тяжелым опытом. Что? Микрофон. Какой-то микрофон включается, этот тяжелый опыт. Не-не. Вот именно тяжеляк. А, вот это мановар. Поехали! Сука, на Е приехал. Жив. И уехал. И помер. Че, восстановите? Появились. Да. Блять, сука. Беру. Подбил, блин. Блин. Дед, помоги нам. Сейчас. Три, два, один. Еще помочь умереть? Да ё-моё, чё я не пополнил? Бля, БТР на Априя. Вот, блядь. Вот, блядь. А, БТР. Где моргает? Сука, и чё сзади стреляет? Ему Д моргает, блядь, снимает. А, вот оно. Может, оно только проснулось. Нет, блядь. Блядь! Не то, не то, не то, блин! Ёпрасте, еле убежал, блядь. Все, разобрали. Блин, моё за 4, так пошло на пользу хотя бы, блядь. Ну да, меня убило. Они. Это ты облепил, да? Я потом подбежал, блин, хотел за 4 бросить, блин. У меня оказалась в руке граната. Я её выбросил, блин, он мне начал стрелять. После этого я убежал от него, он меня не убил. Я оббежал вокруг. И успел положить на него 24, после этого очень смачный взрыв был. Так что я почти уверен, что это мое. А я его облепил на C4. И ты его облепил на C4? Да, я же его C4 подорвал. Ну значит там сработало два раза. И сколько, в 3 повесил? Блять! Сука! Да идите точно захватывайте, хотя, блин. Да погоди, да, ребята, так интересно ж мне послушать, сколько ж там кто куда повесил. Просто самая интрига, то есть сразу. Ай, блин.
О, короче, этот синхронизацию отключил. Говорит же, запустились. Ого, бля, нихера себе. Блять, да БТР на Д подвигается. Хер его знает, может он сейчас вернется назад. А что, белых списков нет у вас? Ааа, сни его, тут как раз. О, они выбежали, блин, половина из него. Дядя, рейтлист, рейтлист не работает или как? Да работает все. Ладно, что же. А, блин, промазал. А, сука, блядь. Дивайдер зашел сзади, со спины, блин. Вот гад, а. Да ё-моё. Он по-другому не умеет. Мановар, там куча людей. Гранатку туда брось. Давай, подрывай. Опа. Давай, давай, еще граната. Ой, бля, это чужая была. Ой, бля. Ах! Так, там БТР на этом. Пиздец, ну это просто вот упереться в бар, не стоять. Ну да. Ну, проебываем все равно. На Д поехали. Потому что все стоят после какого-то, блядь, коридора и перестреливаются. Вот, блин, а. Короче, надо, это... бомбардан, надо с другой стороны куда-то, блядь, заходить, я не понимаю, блядь. Да ёба шо мать, блядь, заебал этот мудак. Пьер, блядь, или как это называется? Пол. А, пол. Нихуя себе, блядь. Как он меня убил, блядь? На Д, короче, езжай. Е надо открыть, блядь. А, Е открыли, молодцы, блядь. Да, отбили, все. Ты что, надо ехать? Не, не надо. Блять. Ты, блять, я родился щенка. Я его убил. Ты что скажи, убил и наказал. Так, там пообходят по этому, по дальнему туннелю. А Д. Блин, у этого. Надо помощь. Там тоже. А на харе держись там. Вот ты ж, блядина. Сука, блядь. Блядь, да мигает, да мигает там толпа. Блядь. Ты там сидишь. А что я там сижу? Я его убил, блядь. Ты не слышишь, что он забежал? Я не слышал, блядь. Я услышу только ночью. Меня зарезал уже. Я только ночью слышал. Давайте на БТРе. Хватит оправдываться. Все.
Фигач! Блять! О, блядь, чё ты его не видел, блядь, а? Сука, блядь. Я гранату кидал. Да? Да ладно, почему ты его не убил в упор, мне непонятно. Я тоже нихуя не понял, блядь. Почему я его не убил? Слышали ты, помещали? Я в него стрелял, блядь, ты не слышал? Я видел прекрасно. Ну-ка. Ой, блядь. Это что такое? Почему оттуда заходят люди? Блять, да что такое? Ну что, вы слепые что ли, блядь? Ой, бля! На Е приехал. Кто это такой, блядь? Ну, блядь, одни из этих, блядь. Пулеметчики вокруг. А, не, кто-то поднял, молодцы. Капец, один раз убил человека, все, я сразу мук и генерал еще. Так это ж классика, ты че? Блять. Да, блять. Да ёпа шо мать, блять, пробежал. Ой, блять! Толпа, какого хера, блять? Уимпи, блядь, убил от нехуй, только с печенегом, блядь, залезать. Наверное, да? Нет, по-моему. Так, блядь. Поедем. По низу едем. Бля, что-то с пингом на сервере. Вот, блядь, не знаю себе. Отбыка, блядь. Блядь, не дал добить. Да, блин, я его убью, блядь, нахуй сейчас. Скипну, блядь, сервер, со спамом, блядь. Сука, блядь. Второй раз уже, блядь. Ну да. Да ёпа шо мать, что за пидорасы, блядь, постоянно отжимают, блядь. Вот гандоны, блядь, выглядят за угла, иди, я так с... Пит, выходи, блядь, типа, дом несу. Что вы хотите, базар включили на 64 дело. Так, блядь. Скорая ВТРная помощь. Ах, блин, взрывайте ВТР, я на 24 повесил. Убил одного. Следующая карта тоже базар будет. Нет. Где она должна быть? Какие страхи, это какой-то знакомый нет. Где-то он меня уже встречался. Да ёб вашу мать, кто это меня подпирал? Сука, да что ж такое? Может, ты старенький уже, старо выглядишь.
Да, блядь, толкается, сука, блин, откормились гады. Школота тебя через дорогу переводила. Да-да. А пойдем. Ты все равно не больше всех нас. А что за поддержка? Чинили хорошо. Да чинили его время от времени. А, ты на транспорте что ли сидел? Да это он Юнона и авось насмотрелся, блядь.